Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это Galaxy S20 Ultra, и я показываю, как включить запись видео с экрана. Открываете шторку уведомлений дважды, и здесь, да, вот в этом вот меню, ищите иконку и значок «Запись видео с экрана». Она может быть находиться либо же на первом экране, либо же на втором экране. Вот здесь она находится у меня на втором. Я на нее нажимаю «Разрешить». И выбираю, откуда будет идти запись звука. Либо же вообще без звука, либо же звуки мультимедиа. Звуки мультимедиа – это звуки, которые издает сам телефон. Либо же звуки мультимедиа, да, то есть то, что происходит в самом телефоне, и микрофон, то есть и мой голос. Я выберу, давайте, пожалуй, оба микрофона. Вот идет отсчет 3-секундный, и все, пошла запись видео. Во время записи видео с экрана вы вверху можете увидеть вот такую вот плавающую штучку. Это ваш помощник. Здесь, нажав на карандаш, вы можете выбрать его цвет, также можете, ну, нажав на него, что-то взять и подчеркнуть, там, нарисовать. Затем просто нажать на карандаш и пойти дальше. Да, нажав на человечка, в это время вы увидите себя в миниатюрке, да, для того, чтобы транслировать еще и параллельно самого себя. Также, нажав на пункт галерея, после того, как вы закончили запись, а заканчивать запись нужно нажатием на квадратик, вы можете перейти в пункт альбомы, здесь найти пункт запись экрана, ну это альбом, папка запись экрана, выбрать ту запись, которую мы только что с вами сделали, и запустить ее, нажав «Воспроизвести видео». Во время записи видео с экрана вы вверху можете увидеть вот такую вот плаву, дальше транслировать еще и параллельно самого себя. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я очень рад, что вы смотрите видео. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что ставите лайки и пишите комментарии. А также огромное спасибо тем, которые подписываются. Мы очень рады, что могли чем-то помочь вам. До скорых встреч. Пока.